говоришь, тебя, блядь, как у два тебя на миллиона, X50 забрали блядь, орал нахуй, что зайдешь квартиру? на склад, и, блядь, заберешь хоть одну ауру, в итоге, блядь, без Да сыра не ори, остался, там ты что, долбоёб, за долбоёбы один день тебе разговаривают. перепал. Ты что, ты с Ты что, Инновационной клоун, или блядь, кто ты? ты что, такой, блядь, или Объясни, что, вообще кто? Ты объясни Может, мне, со мной по фактам поговорить, или как у что? тебя забрали на X50 за один день хиро? Объясни, вот. Я не играл на X50. Надо, короче, этого Блядь, как нового. это не играл, а кто там играл? У меня нету черных. Да ладно, перестань. Да правда, блядь. Да ну. Вот Да какой какой ник? нахуй хера, блядь, и скальпель, блядь, парни, Да, блядь, почему иди, нахуй иди разговаривать? скальпель, скальпель, иди Попущенный, убей. ебать, их сто Какой раз. ник у меня на X50? Самый ворст, Скажи, ебать, ММА мне нахуй. ник мой на X50. Я что, твой Да ник не могу долбоёб ты знать? нахуй. Я, Так ты блядь, мне говоришь, долбоёб что у ты меня нахуй. забрали ауру на X50 за один день. Да, долбоёб пель, ебать. Я... Алло, Так, я, блядь, сейчас, чё сейчас, нахуй? сейчас. Раз тебе повторять вопрос или что, блядь? Скальпель, алло, Где да. Иди блядь, мышкой из блядь, клавиши ты мать, иди хотел сюда. только что говорить по факту, Мышка что за это факт. просто, Я бля, гори объясню, пидор блядь. нахуй. Иди мышкой нажимай скиллы, алло, ты чё? Я вот... Пиздец, чё ты вообще макнулся, объясни, ты кто? Ты, блядь, чё пришёл сюда, объясни мне. За один Ебать, день. ты Он что? что-то Ты забрал пар на свою две жизнь, недели парень, нахуй, блядь. это салху, ебать. Долбоёб, ты чё зашёл вообще сюда? Ты кто, блядь? Ты тут не в нобаде вообще. Не... Выйди, блядь, развернись и Да иди месяц, нахуй. блядь, Я блядь, не месяц разговаривать с нахуй ним раз, готовился к ебать. этому. Ебать, кого Ебанулись. сюда засунули? Чисто мусор, ща я на стрим Просто отдам, разговаривай пацаны, с ним. стрим Алло, есть, шмот я. стрим есть, вот. Уберу. Долбоёб, Ты не объясни разывай. мне, слышишь, мусор, как ты Это прилетел? Фелик, блядь, чисто додосит пацанов на Да, лимпе, ебать, о 150 чем речь, ПТС, блядь. блин, зачем ты открываешь Он и шпал? так вот поздно попался по 150 Феликам, ПТС, нахуй, взял чел на додосил его, половину, ебать, чтобы он зачем его ты не открываешь выиграл, о шпал? чем Я речь? задаю конкретно заданный вопрос, блядь. Объясни, скальпель, как ты на ППГ эти хиро перелимит проебал? Ты просто ноль, нахуй. Ты А он ни о Зачем ты мне чем. говоришь, что вы гейт, если ты зашел ко мне домой, блядь, я остался Ты без тупо ауры? мусор такой, блядь. Так это Чел, ты тогда меня надо. ищешь в реале, ебать, ты что, долбоёб, ты на Авере отсосал 20 тысяч ноль. Понял, как ты генерей, нахуй ты со мной разговариваешь, блядь, 150 ПТС, ты клоун, блядь. Ну, кстати, да, Долбоёб, 150 ты вспомни, что ПТС-ных ты нахуй молотых, мне писал мне в учиться, чате, блядь. ебать. Вообще не макайся нахуй в эту хуйню, Где-то ебать, идет долбоёб. трансляция Заебал вообще уже, или нет? не нахуй, смотри. Ебать, долбоёб. Ебаная, блядь. Чисто твой кап это 150 ПТС, ебать. Понимаешь, нет? Закрой просто ебучку, сидим молча, блядь. А перед телек, которого за день хиро забрали, блядь. Какое хиро? Ты что, даун, ебать? На каком сервере меня за день хиро забрали? Скальпель, изи, блядь, лох Я ебаный, тебя не знаю, да. блядь, лучше не макайся, завали, ебал. Скальпель. Ой, блядь, бутылочку пивка, блядь, и готов нахуй поговорить с тобой, если ты хочешь. Ты понял, да, на вчера. Ну, скальпель это норм, чел, на самом деле, он прикольный. Сам он печатает. Блядь, чел, лучше не печатай. Чисто контент создал. А чё? Скальпель, а я можно не я за твой счет попиарюсь на стриме, можно или нет? Пиарись, ебать. Нормально к этому относишься? Рандом, и заходит на стрим, ебать, тогда попиарится за мой счет. Ты знаешь, моими эмблемами, ебать. Тебе этого мало? А, да-да-да, в натуре, блядь, что эмблема. Иди спизди очередной, блядь, иди спизди у ESPX эмблему еще. Это а это у тебя, походу, нету, ебать, блядь. Алло, да, блядь. Надо вырезать. Слышь, скинь скрин, скрин. Вырежь, скинь же от статы свои, скинь только, чтобы там ПТС вышел. Да я ж вон скидывал, ебать, выше. Куда? Почему не все не мутают? Алло, подзлупать, ебать. А ты что, замутал эффект скальпель, алло? Объясни. Я вас сделал тихо, а то он громкий, блядь. Так размутай вон с тобой разговаривай. Ты зашел. Давай побазарим, ебать, призывай. Ты зашел. Хочешь? Да, нет. Можно, короче, побазарить? По-быстрому, я тебе объясню. Давай, по-быстрому объясняю тебе. Тебя Вовни Саверенк, ебать, в твоей же конфе. Все, завали ебучку. Давай его сканируй. Нету смысла ни слова вообще вести диалог. Нет, ой, ебать. Ты же Саверенк, ёпта, в чате, блядь. Все, ебать. Ты, блядь, упал? Да, он, ебать. Последние, блядь, остатки мозга проебал в армии, чел, ебать. Все, я понял. Уже осунай. Все, обратно на минус один, нахуй, давай. Понятно. Долбоёб, ебать, врубает стрим, 5 музов подряд. Ебать, вырубает микро, ебать, не летает нам, ебать. Долбоёб, ебать. Чел, на 20 на ММИ, ниже уровня осуная, понимаешь? Да, ебать, ты, блядь, каждый день летаешь на Олимп, ебать, и так хуёво играешь, ебать. Чё ты говоришь, чел, ебать? Суверенно залупает. Да, он, ебать, ты играешь не лучше, ебать, животное, нахуй. Твой максимум, твой максимум, что ты можешь, ебать, не сказать, нахуй, так что, то, что, блядь, Да какой-то не заикайся, твист, ебать, или сады себе, ну лой. Свою фразу, так, а потом говори, ты закрываешься какими-то выблетками, ебать, твоими друзьями. Так это ты заикаешься, хуй, что ты, ебать. Лой.
ебучий, ебаный. Придумай сначала, что говорить, а потом говори, понимаешь? Нет, FN, блядь. Ты хуже Асунай. С тобой нечем разговаривать, животное. Конечно, со мной нечем разговаривать. Ты на моем уровне даже не смотришь, понимаешь? Дверей немало, ебаный, блядь. Как стоит семерка, ёпта, и я, блядь, Порошка на мэра, понимаешь? Да какая нахуй семерка, ебать, тебе хлеба нахуй цветет, ебать. Что он несет, какая семерка, ебать. А добро ебало, ты своя мусор, ебаный, нахуй, мать забери, блядь. Ебать. Ты сам поверил, что сказал, ебать? Чел, который, блядь, ищет меня в реале, чтоб ты понял. Ты понимаешь, что ты сказал, ебать? Ты говоришь, что он попускает, ебать. Чисто, блядь, ты ебанутый, ты просто болен. Открываю дискорд, ебать, захожу в чат, ебать, тебе нечего сказать, какую-то хуйню несешь, животное. Все, ебать, о чем с тобой разговаривать, Дина? Фу, блядь, подожди, пока я выйду. Ты мерзкий, ебать, ты, сука, просто червяк, ебать, домашний червь, ебать. Вы, блядок, ты никто, ебать, в этой игре. Ты столько лет играешь в эту игру, до сих пор. Парни резонируешь, ебать. Ты просто никто, ты тень, ебать. Ты тень, просто это хуже тени, нахуй. Да, блядь. Да, о чем ты говоришь? Ты просто. Фу, о чем ты говоришь? Ты отвратительный. Алло, карьерист, ебаный, блядь, линейдж, нахуй. О чем ты говоришь? Чел, ебать. Мне не нужно. Я не говорю то, что это топ, ебать. Не кричу, я не бью себя в грудь, ебать. Не захожу никому в конфу, я ничего не доказываю, как ты даун. Я никому ничего. А если бы я зашел, ебать, то я бы имел вес. Я так говорил, я бы имел место. Ты, ебать, даун 150 СММ, ебать, сел. Фу, фу, о чем речь, ебать? У тебя стата, стата на ММе 37 на 20, ебать. Все, чел, ебать. Все, о чем, ебать, речь? Все, тогда ебучку снизу, иди нахуй отсюда. Да, выйди. Иди с вертуда пообщайся, блядь. Иди нахуй, пока я выйду нахуй с этого канала, потом будешь разговаривать. Пашу, сел, клоун, ебать. Вышел, ладно, понял. Бессмысленно, да все, вернись обратно, слов, ебать, куда ты вышел, никто, блядь, нахуй, блядь, понимаешь, в этой игре ты никто, вернись ебать. Вернись куда ты вышел. Ой, фанат скальпель зашел, прыгнул на конфу, блядь, чисто, хз. Скальпель, ты же что, твой фанат, ты прыгаешь за мной на каждом форуме, тихо, мне пишешь. Тихо, ты слишком тихо, ебать, говоришь. Да я, конечно, говори. Я тихо говорю, пошел. Говори. Да не ори, долбоёб. Говори, что хотел сказать. Не, вот что реально у тебя рак мозга, ебать. Зачем ты заходишь, махаешь тело, ебать? Я слушаю с Сидоренком, блядь, 150-кпсным паладином, блядь, разговаривать со мной, я не понимаю. Ты кто, чел? Напомни, кто ты, блядь? Напомни, блядь. Алло, Саксум, ёпта, блядь. Саксум Кордис, блядь, или кто ты? Напомни мне, кто ты, блядь? Ты не в той весовой категории, нахуй. Кто ты? Нахуй, иди. Какая нахуй весовая категория? Я Александр Усик, ёпта, ты, блядь, хуесос, понимаешь? Нет, блядь. Нормально, челик, сожги, ебать, нахуй, чисто, блядь, фанатеет от моего, нахуй, блядь, боксера, ебать. Ты что, ты лох, ебаный? Можешь на таком уровне общаться с Саверином? Какой? Какой уровень? Твой уровень, блядь. Ты, блядь, напомни, какой уровень, ты долбоёб. Сашка Шляпин. Кто ты? Кто ты? Чел, напомни, кто ты? Представься, ёб... Кто спрашивает, блядь? Пожалуйста, спрашивай, долбоёб. Кто ты, нахуй? Кто ты, блядь? Кто ты такой? Кто ты? Алло. ФМ. Валерий Альбертович. ФМ, алло. Чем ты комбинуешь? Что ты хочешь от меня, ебать? Мы уже с тобой все обсудили, блядь. Скажи мне, кто ты, ёб... Ты... Задавай мне вопросы, блядь. Общайся с Сирином, ебать. Заканчивай, иди нахуй сюда. Алло, я ФМ. Видишь, Ника нахуй? Я ФМ, давай, говори мне. Чё хотел? Алло. Не знаю, вот зачем мне что-то доказывать, рассказывать, ебать, сейчас какие-то громкие слова. Говоришь. Я просто скажу то, что в PyConfe, ебать, я любого просто уверил, просто... Теперь вы просто нахуй, ебать, чел, нахуй, ебать, блядь. Кого нахуй? Ну кого, ебать? Кто имеет тебя? Я кого не стоит? Ты что, Садов или кто? Ты раб Садоста, это ты раб Садоста. Точно? Чел. Я мы в твоей конфе блядь... всех... О чем ты, ебать? О, кого? Всех. Кого? Ну давай, блядь. Кого, например, ебать? Слышите, дайте ты, блядь, давай по списку. Ты, блядь, смена, нахуй, парашник, блядь, долбоёб. Ты драйвер Шасунай, нахуй ты со мной разговариваешь? Что, ебать? Это... Зачем ты оправдываешься? Даун, нахуй. Зачем ты оправдываешься, ебать? Чел? Чё там за конфа? Ты, блядь, тень, блядь, нахуй, Шасунай, ёпта. Не, чел, ебать, ты никто, даун, блядь, запомни, болен, нахуй, раз и навсегда. Ты болен, ты чел, ты не имеет чисто вот, блядь, среди Савеленко, ёпта, и разумов. Просто бессвязная речь,
Понимаешь? Да? Ты, у тебя просто словесный понос, ебать. Ты можешь по факту говорить? Ты спрашиваешь, кто я такой? Я говорю, тот чел, который, блядь, выебал всех кумиров, ебать, вынес вперед ногами. Ты ебал, нахуй. Я тебе говорю по факту. Ты никто. По факту тебе сказал, ебать, чел. Ты никто. Вот тебе по факту. Вот факт. Нет, это говорит скайп. Тебя никто не помнит, понимаешь, чел? Мне говорит скайп, это как бы, блядь, просто вот это, блядь, сосать хуй сладостно. Ебать, вот я здоровый человек, мне, блядь, мне все нормально в жизни. Нахуй я с тобой общаюсь, ебать, иди нахуй. Иди нахуй, все нормально, блядь. Нахуй. Животное, блядь. Два, ебать, о чем ты говоришь, блядь? Какой нахуй все нормально в жизни, ебать? Ты поехавший, да, твою мать уебали по кузу, нахуй, с вертушки ты вылетел, блядь, из ее ебани. Она подбежала бедненькая, нахуй, рыганула тебе, блядь, на рот, нахуй. Зачем ты со мной разговариваешь? Что ты пытаешься доказать, вот реально? Вот ты зашел, ебать, в конфу, что ты пытаешься доказать? Я никому ничего не доказываю, нахуй мне что-то доказывает. Так а нахуй ты ебучку свою открываешь? Никому не интересно, ебать. Я зашел, просто разъебал тебя, нахуй. Ты напал на бедня, а я тебя разъебал, нахуй. Я тебя по факту, нахуй, макнул, ебать, это что уебище, ебать. Ты так живешь, ты просто, ты проживаешь свою жизнь, ебать, хуёво, нахуй. Ты, блядь, по факту, нахуй, не можешь, долбоёб. И листовки раздавай, ебать. Ты на работу, выйди из дома, ебать, выбляжай. Ты так моя псина, понял? Я тебе даже не столько, ты бежишь, нахуй, блядь. Я тебе даю корм, ёпта, ты идешь жрать, нахуй. Ебать. Вот это жестко было. Кидает корм, ебать. Короче, ты давай, запомнил, два года, ебать, ебать, его не видел, вот этого выбирает. Ты мне ответ, ты запомнил, нет, несет, как обычно, ебать. Алло, ты, блядь, за два года даже не взял. Ты не вырос, ебать, понимаешь, куда, чел, ебать? Ты не изменился. Что ты несешь, долбоёб, ебать, молодец. За компьютером деградируешь животное, тебе нужно оградить от интернета, ебать. Ёбище, ты сидишь в час ночи, нахуй, в мамбле, бля, с дегродами, нахуй, это не дай достать. Кстати, да. Это факт, он сказал. Единственное правильное мнение с его стороны. Обидно. Ты единственное, что мы выставим, типа, нормально. Только вот этот, блядь, ёбок, нахуй, вот этот не вызывает у меня злости. Слышно, брат? Зубмозг, зубмозг, тогда не дал, он полный, блядь. Фуриос файт тоже. Да, ты, блядь. Обидно. Один раз обоссал его, нахуй, хейтит всю жизнь теперь. Ну все. Да, кого ты обоссал, долбоёб? Ты хуже Саксума, ёпта. Ты и Саксом это рядом, бля, даже не стоит, понимаешь, бля? Ты вообще право не имеешь открывать свою пасть, нахуй, пока я нахуй. Ты тоже рядом стоишь, да. У тебя, нахуй, клан, блядь, мой клан сачок, долбоёб. Зачем ты разговариваешь со мной, блядь? Ты зашёл сюда нас повеселить, это твое место, и всё. Что, долбоёб, ебать? Ты пожрал дерьмо только что на скраде, блядь, час, нахуй, 20 назад. Если ты не забыл, ты фармил 2 недели, нахуй, ебучего срока, я зашел, плюнул, ёпта, забрал ауру, блядь. Ну потому что у тебя фулбуст. Просто щелкнул вот так, блядь. Ну и чё, ну забил, ну забил ты его, чё, я тебя выебал. Пальцем щелки, ты ебал. Я тебя один на один разъебал, долбоёб, вообще не разговаривай со мной, ты чё, конченый? Пальцем щелки. Ебать, чел, ты как ещё, что сырка забрал у человека, который не заливался, ебать, который просто фуфан летал? Ты чё, вообще больной, нахуй? Ты чё, нахуй, блядь, долбоёб моим? Больной, нахуй, просто ты болен, чел, ебать. Блядь, или весели нас, или ливни, чё ты делаешь? Что, блядь, блядь, расстраиваешься, нахуй. Нет, я таких рожаю, это пиздец, ебать. Что ты вообще тут делаешь? Ты сюда пришел, у нас... Я зашел тебя по хуй сосить, долбоёб. У меня это отлично вышло, но, сука, и фэн забрал всю твою славу. Пришлось хуярить его, ебать. Так я, слышь, я апнул стрим, чтоб тебя поорали потом, пацаны. Вон в чате. Ах, ёб ты завтра с 12, нахуй, стрим, чтоб я посмотрел на твоего сырка ебучего, блядь, без ауры. Ну взял ты, ну окей, взял ты с этими всеми... Просто открой ебучку, нахуй, выйди нахуй. Канала, блядь, долбоёб, поставь новую мою. Ебать, клоун, я ебал, нахуй, такой клоун, блядь. 50 ПТС, паладин, который ищет меня в реальности. Зачем ты, блядь, открываешь пасть, нахуй? Ты клоун, ебучий, блядь. Это 150 паладин тебя перевернул, нахуй, двумя ногами кверху. Вынеси свою мачо, нахуй. Ты ебучку тоже стяни, ебать, 150 ПТС паладин, блядь. Я тебя отписываю, блядь, со всех чаров, нахуй, ты не начал мне писать крем, ебать, что я тебя найду в реальности. Ты, блядь, дядь умный, нахуй, вообще. Закрой рот, нахуй, блядь. Просто не очумный, нахуй. Завали свой ебучий. Ну ебало, блядь, ты что, тупой, нахуй? Тебе что, надо по 5 раз повторять? Да не картал, блядь. Ебало, ой, нахуй. Я умоляю, не заикайся, дурой. Ебало. Чего у него каждый первый заикается, блядь? Ты, блядь, никто, нахуй, вообще. Ты ебучий рандом, нахуй, которого макаю всегда, блядь, ебать.
Я скальпер, блядь, я залетаю на лим, смотрю, с кем я, блядь, хуяк меня, блядь, задудосили. Вау, ебать, да ты мусор, ебаный. Ты дудосишь, сука, челиков, которые тебя ебут, блядь, о чем речь? У тебя хиро сжали, ты дудосишь челиков. Пошел нахуй. Здоров, ебать, кого-то северинный. Мусор ебаный, нахуй. Завалил ебало, ты уже заебал, ты сидишь как клоун, просто пытаешься что-то вякнуть. Ебал открыть не можешь, просто завали нахуй свою ебучку и забери свою дохлую мать с канавы. Вон нахуй отсюда. Да, надай мать, блядь. Не, что-то жестко тебя попросили, ебай. Я бы после такой хуйни нахуй поменял бы ник, ебай, я начал бы все заново, блядь. Алло, блядь, чмо ебучее, нахуй. Вчера РГД, сегодня скальпер, чисто идем по возрастающей или по убывающей хуйни. Чтобы вы понимали, скальпер — это чел, который 5 лет прятался, блядь, от армейки, нахуй, вышел за хлебушком, ебать, его забрали. Это все из-за тебя, хуесоса ебучего, блядь. А что, без хлеба не мог посидеть? О, короче, это чел, знаешь, как говорит, да у меня было 699 тысяч рублей, ебать, и 1000 рублей не хватило на взятку. Ну, прям, негде было взять 1000 рублей, и я пошел на стол платить взятку, блядь. Хуесосы просто, блядь, ночью, блядь, залили нахуй некромантера, блядь, пидоры, да. Это, кстати, чел, который умолял Садоста залить сорка на Аверии, чтобы, блядь, он получил 700 рублей за хера, блядь. Блядь, за свое слово, блядь, пока я не уснул. А это вообще кто? Это раб Садоста разговаривает или кто? Не понял. Да, это чисто, вот чисто раб, он, блядь. Так, рабыня, блядь, пешка, давай ебучку нахуй уже, блядь, сейчас я поговорю, блядь. Ты понимаешь, вот как только что-то у него не так идет, ебать, он всегда прикрывается с Садостом. Садостом, блядь, это добычку не Садостом. Ты сосешь моего друга, ебать, раба, нахуй, понимаешь, нет, блядь? Это твой кап, понимаешь, нет? Не, я предлагаю просто, блядь, обхарькать его нахуй за муту. Ты обхарькал, ты ебало нахуй. Чисто зацепаешься. Боже, терпил, ебучего. Влетел, затерпел, вылетел. Пососал хуй, ебать, по фактам начал харкать микрофон. Вытри свое ебало нахуй, иди умойся, блядь, ёб. Я тебе дам просто бессмысленно напор слов, блядь, уже, извиняюсь. Ты не можешь ничего сказать, блядь. Я тебе по факту уже сказал, потому что ты нубанит, лобоёб, тень нахуй, блядь, осуна. ЛС ебучий, блядь. Ты ебучая тень, осуна, блядь, иди под ровери, нахуй, его в ВТ опять. Против меня не можешь ничего поставить, блядь. Что мне против тебя ставить, блядь? Ну вот ты всё, я же говорю, тебе ничего, блядь. Никто, ебать, не вспомни, блядь. Твоя жизнь, нахуй, прошла, ебать, на скирмише. Свою жизнь прожил зря, ебать. Зря свою жизнь отползил на эту мою. Твой кап — это скирмиш, и то до Садоста, ебать. Чё здесь Садос, ебать? Чем ты Садостом прикрываешься? Чел, ебать, у тебя чел, ебать, единственная заслуга, ебать. Все, что ты мог, это просто пиздиться с Садостом. И то зашел я его на его кота, ебать, разъебал тебя, блядь, как собаку нахуй ебаную, блядь. Да не, чел, ты походу что-то перепутал, ебать. Нет, чисто шизи. Просто дерьмонет, блядь. Ебать, мне на коте, ебать, ты что, совсем овощ, ебать? Иди нахуй, батарею, блядь. Худший в этой игре, ебать. Ебать, ну не ты, понимаешь? Болен, ебать. Потому что ты нищий. Просто уже заселфовнулся. Да, пацан сам на себя сыпал. Заселфовнулся. Ты что, даун? Я первый раз в своей жизни не пытает ударить тебя, ебать. Ты чисто сам себя отпускал сейчас вообще максимально? Ты чисто сам... Сейчас, пацаны, я на полном скрайбе зальюсь. Я 350 рублей скинуться на ключ. Серьезно? Пиздец. Отвечаешь сейчас? А на стриме ты забыл, как ты просил клячил деньги, блядь? Парни, задонайте по 300 рублей, мне на ключик надо сразу. Ну, давай, давай. Полоска доната, как у тебя была, ебать. Так ты что ли вот это, блядь, на могилу своей матери собирал? Бля, я шо? Или чё, блядь? Или это тишина? Я понимаю. Или я за живое задел, или чё? Да. Чмо ебаное? Алло, тебя не слышно, блядь? Почему ты отжал свою кнопку, нахуй, и завалил свою ебану? У меня не по кнопке, у меня по голосу. А, нет, тогда нахуй ты ебучку свяжи. Ой, базил бы я, конечно, знак. Пиздец, я вахну. На коленях, блядь. Зачем ты вообще зашёл? Или что? Объясни, зачем ты зашёл в скайпер? Какая цель твоего захода в эту пульку вообще? Я хочу услышать оправдание, блядь. За 150 ПТС на паладине, ебать, и за хило луз, блядь, сырка. А чё тебе правда? Тебя залили и всё, чё травл. Я нормально парень. Ты что, долбоёб? Солимый пидорас. Это единственное твоё оправдание? А в чём травл? Ты меня перефармил на череп. Почему ты 2 недели фармил, ебать, и нафармил 100 ПТС? У меня 300, долбоёб. Почему ты проебал? Ну и чё?
Так 280 или 300, блядь? Ну типа, подожди, ну округлил. А 280 или 300? 286. Нахуй ты бычку свою открываешь, ты, блядь? Оправдывайся, просто себе оправдывайся, блядь. То, что меня кто-то якобы залил, блядь. Да, блядь, я тебя один-один разъебал на сыре. Что ты вообще разговариваешь со мной? Начать кофе разъебать, давай, конечно. Ты, блядь, долбоёб, все мои мувики пересмотрел, чтобы зайти на этот сервер. Какие мувики? Ты что, даун, блядь? У меня твой канал, нахуй, на ютубе в черном списке, ебать, долбоёб. На ютубе нет канала, дурак. В первом месте у тебя его канал, мусор. Да он у тебя выздоровел. О, это 150 паладин сейчас выздоровел? Да повторяйся ты, долбоёб, не надо повторяться, ты заебал уже. Только ты, блядь, нафармишь, нахуй, больше 160 ПТС, ебать, тогда ты сможешь открывать свою ебучку. Пока что ты, ебать, остаёшься... Я просто так вот со всеми, нахуй, твоими кентами, я тебя наверил и просто нахуй увертел. Всех твоих сборнеров, тебя. Я отсосал 200 тысяч. Я курила, это, блядь, это такие дустейкеры всякие, блядь, это такие помойки, блядь, за 30 секунд разлетаются. И, блядь, не может открыть свои полы. Просто сжимаешь свою ебучую пушку на кокетмаке и ложишься спать. Ты просто ни о чем не хуй, блядь, просто дустейкеры на этот самый пидорас. Ты просто берешься свой хуй, блядь, нахуй ты это делаешь, объясни. Вот нахуй ты сейчас, у тебя сейчас просто, блядь, нахуй полный ебаный хуй хуёв, нахуй. Я такой дал ебаный просто. Не заикайся, молодец. Да, как 160 ПТС будешь, тогда, блядь, поговорим, хорошо? Ты как ебать хуй вытянешь, стартапы? На связи, Донбасс, на связи, блядь. Держи в курсе, малый, блядь. Хорошо, блядь. Держу тебя в курсе. 160 ПТС пишешь мне в скайпе, ебать. Молодец, молодец. Согласен? Все, договорились с тобой. Давай я сейчас тебе скрин кидаю, что у меня 2 КПТ, что ты будешь делать, малый? И что, я тебе разрешаю выйти просто, пойти лечь спать, пока не поздно, долбоёб, ебать. Ты, блядь, нахуй, просто жалко, блядь, мирового долбишься, просто рут, нахуй. Да забери балла, ты никому не нервишься. Ты просто, блядь, такой конченый, хуй, только. Я с тебя рут, блядь, ты жалко, блядь, Деточка. Просто успокоилась, такой долбоёб, нахуй, ебать. Тебя обсекают, ты понимаешь? 160 ПТС на паладине, блядь, 200 лет на паладине играю. Такой конченый, я и... Чел, блядь, всё, я тебя услышал, нахуй, закрой рот, блядь. 160, ёпта, мы с тобой пообщаемся. Бля, ты просто лучше, я тебе говорю. Ты... Ему, ебать, суд в глаза. Ему суд на лицо, он заходит. А он думает, что это раз***ца. Понял, короче, пацаны, на лицо. Пацаны, можно минутку? А там фанаты на стриме просят войс, можно дать или нет? Давай, давай, здорово. Я тут просто, может, тут скайп прят, уже знаю. Или это будет такой трэш уже? Давать фанатам войс или нет? Да смотрит только я, ебать, ты что, даун? Это ты 9. А, только что говорил, понял, что на черном списке, ебать, кажется, тебя смотрит только я. Тут на пацасов, ебать, нету различия, нахуй, между Твичом и Ютубом, блядь. Да забей ебучку свою, нахуй, ты даун, ебать. Да я тебя услышал, чел, блядь, нахуй ты пытаешься что-то мне сказать, блядь? Я не понимаю, блядь. Ты мне пишешь ПМ, ебать, после луза, то, что ты меня найдешь в реальном, нахуй ты со мной разговариваешь? Нахуя, ебать? Объясни, блядь. Ну, скальпель это лучше, чел, блядь. Я ору. Объясни просто. Алло, почему ты завалил ебало, блядь? Объясняй. Да мне смешно с тебя, мусор, ебать. Ты мне пишешь в ПМ, ебать, после того, нахуй, как лузанул мне на Олимпе, что ты меня нажишь в реале. Ты что, совсем отбитый, блядь? Иди ищи, ёпта, блядь. Господи. Да, скажи. Съебался на... Нахуй ты что-то говоришь вообще? Это твой единственный, нахуй, огромный зашквар, ебать. Даже то, что ты, блядь, 160 ПТС на паладине не можешь нафармить, это не такой зашквар, как ты, то, что ты мне пишешь, блядь, в ПМ, нахуй. Хуй тебе пиши, ебаная, блядь. Хуй тебе пиши, ебаная, блядь. Я допиваю пиво, блядь. Чё, у вас есть ещё 2 минуты, нахуй, что вы... Чё за пиво? Ну, если чё, конченый, только с него разлетелся по скраю, два лёна. Балтика 9, надеюсь. Что? Балтика 9? Охуял тебя. А шо пьёшь за пиво? Охуёшь, так я буду грубить меня, слышишь, блядь? Арсенал? Извини. Арсенал крепкий? Да ладно, извиняю. Первый-последний раз так, нахуй. Чё за мутил, блядь? Я, конечно, извиняюсь. Ты, блядь, топ саха планеты уже почти сорвался, короче, в 2016 году мне О! Заходим мы, короче, на X100, ебать, играем. Так, а чё вы там делаете, типа? Там мы так, чисто АК фармим РМТшим по 300 рублей в день. Если дропать, да?
Ну, это чисто скальп, либо. Просто им дашь, блядь, долбоёб? Ну, понял, да? Везде зашёл. Это короче, блядь, парень, открываю скальп, блядь. Первое сообщение от Саксона. А чё вы там делаете, что ли? Не, мы так чисто будем на АК бизнесе и черным пешему, ебать. Понятно, Саксон, всё, завали ебучку, нахуй. Тени сна, ебать, блядь. 250. Тени сна, блядь. Чел, всё, не разговаривай со мной, блядь, гоу, нахуй. Ты уже просто обоссан по всем каналам, ебать. Уёбище ебаное, ты... Уёбище ебаное! У тебя просто, ну, у тебя советский понос, ты попытка ничего не можешь сказать, не доказать, ебать. Выбирай, ебать. Я тебя ты вечно тень, просто на любой профиль выебал. Да нахуй ты со мной разговариваешь, ебать, ты уровень это суверен, блядь, и то ты его не вывозишь, блядь. Максимум, что ты можешь посопоставить, нахуй. Всё, нет. Понял. Чё-то ДК за чего убитком, ебать. Это понимаете, чел играет, блядь, на одном сервачке всю жизнь, ебать, и до сих пор, нахуй. Вот каждый день полный Олимп летает, тренируется, ебать, потеет, нахуй, стримит, ебать. В итоге, нахуй, просто Олимпиад стат прописывает, и у него 37 на 21, ебать, сатана и маме, нахуй. Скальп, скальп. Это пиздец, парни, блядь. На ММ, ебать. Чтобы вы понимали, на скрайде, блядь, ММ это, блядь, чё, твой кап это пиздец, просто охренеть, нахуй. Иди нахуй. Так это то же самое, что ты несешь, ебать. Чё ты за 10 лет на ММ ты можешь? Ему мойся, нахуй. Тень ебучая, блядь. Помоги, я сунаю, ёпта, поиграй в GTA 5, ёпта. Подрайвери его в GTA-шке, нахуй. Твой кап это драйвер, что, блядь, я сунаю, ёпта. Я хуей, ебать, долбоёб, это пиздец. Болен, а, ебать. Ну, нормально, повеселил зато. Вообще отлично. Мне кажется, их на специальном заводе тогда штампуют, ебать, пачками, нахуй, чтобы веселили меня, ебать. Тебя, чел, ты же пачешь. Да, с красным носом сидит, ебать, с циклон, ебать. Тебя никто не знает, ебать. Тупо ебучая тень, блядь. Тень осуная, нахуй. Вчера РГД, сегодня скайпель, ну, вообще четко. Осуная, знает, блядь, айфон, блядь. Что ты знаешь, блядь? Драйвер осуная, ебать. Рында, блядь. Выйди на улицу. Слышно тебя, блядь. Алло, подравелишь меня на скайпе? Алло, шо, осуная позвать, ебать? Слушай, может ты мне, блядь, на X100 подравелишь, ну? На коне не хочешь побыть драйвером драйвера коня? М? Как тебе такое предложение? Не хочешь? Драйвером драйвера коня устроиться не хочешь, ебать? На зарплату тебя посажу, блядь. Будешь сидеть, ебать, по 150 рублей зарабатывать в сутки, блядь. Чел, это ебать, и то больше, чем твоя официалка, ебать. Ебать, плесенью жрёшь, ебать, о чём ты, нахуй? Какую ты зарплату можешь выплатить, блядь? Господи, успокойся, чел. Не надо переживать за меня, блядь. Я не переживаю за тебя, друг. На мою зарплату можно купить твой город, ёпта, и твою мать, нахуй, в предательстве. Ха-ха-ха-ха! Ссылка, ой, ебать, ладно, допустим, кто-то другой это сказал, ну скальпели, ебать. Я тебе... Фу, блядь! Фу, блядь, ёпта, это я это человек, короче, чтобы вы понимали, блядь, два месяца собирал на ключик, ебать, деньги, нахуй. Блядь, ты что, долбоёб, какой ебать, ключик, всё, нахуй, о чём речь, блядь, что ты несёшь, ебучий ты пиздобол. Фу. Твой кап это сосать фу, хуй, ебать. Понимаешь, в оси, в игре, ебать, где угодно, нахуй. Ебаная параша, блядь, ты драйвер осуная, блядь, зачем ты со мной разговариваешь? Я не самое понимаю. Самое интересное, что я не драйвер никогда осуная, но это, блядь, фу. Вытри, нахуй, ебало, блядь. Повторяйся, чел, ебать. Чё мне тебе повторять, блядь? Чё не повторять? Всё, ты понимаешь, это пиздец, блядь. Попугай. Так, понимаешь, кап? Одно и то же всё говорит. Максимал. По факту же ничего не сказал. Что ты тебя макнул по факту, я? Что макнул. Ты сказал по факту? А ты по факту нихуя не ответил. По факту то, что ты драйверишь осуна, ебать, в GTA 5. Вот тебе факт, блядь. Ты чё, ебанутый, ебать? Иди зайди, нахуй, подравери его, блядь. Он не справляется. Охуеть. Сан-Андреаски, ебать. Драйвер, блядь. Перепутал, не пятый. Можешь, блядь, зайти нахуй на РПГ, блядь, подравелить его, блядь. Можешь на Бьон зайти его подравелить. Где хочешь, можешь подравелить. А тебе я предлагаю лишь побыть драйвером драйвера коня, блядь. Потому что больше я тебе не доверю, понимаешь? Потому что, учитывая твой скилл, нахуй, никчёмный, равен нулю, блядь, понимаешь? Просто ноль ебаный, блядь. Ты можешь, как бы, просто, блядь, нажимать, нахуй, блядь, коня ебучего. Понимаешь, нет? Короче, вот знаете... Алло, напиши мне по поводу скриптов еще, Сакс, мало, блядь. Тебя плохо слышно, ебать.
Проси скрипт, блядь. Скрипт только на скинуть тебе может, блядь. Крест-нарез, алло. FN, не слышу. Крест-нарез нужен. Заходи в скайпе, блядь, сейчас скину. Да, это, конечно, нормально все. Этот долбоёб уже сам с собой разговаривает. Ой, все, я африкану. АФК, обоссался и сразу африкану. Ебать, у меня аж башка болит, нахуй. Смотрите, смотрите, да, он чисто слит и ушел АФК сразу. Ну, понятно. А что ты за фото вообще? Нахуй ты сейчас, блядь, что ты говоришь, нахуй, уёбище, блядь? Где хераура на сырке, блядь? Я не слышу тебя, блядь. Ответь, нахуй, где хераура на сырке, блядь? Чё ты там себе, под, блядь, под нос, нахуй, промочишь, блядь, долбоёб. У тебя спит мать, нахуй, на коврике, блядь. Да нет, я на квартире. Алло, ебан. Тут просто люди есть. Говори внятно, нахуй, блядь. Я говорю, я на квартире. Внятно говори. Люди есть, долбоёб. Слушай просто, умей слушать. А не только говори. Что? Не слышен тебя, блядь. Подкрути меня, придурок ты. Боишься мать? Что, блядь? Не бойся, нахуй. Я из корма насыплю, долбоёб. Она будет рада, вилять хвостиком будет бегать, блядь. Да не разговаривай вообще. Не забывай, что твоя мать псина, ебан. Ты зашёл вообще сюда, на... А ты ебучий щенок, блядь. Ты веселишь нас весь... Давай я веселю, ты уже сидишь, блядь, грустный, нахуй, со своим таким ебачим ебальником, блядь, клоуна. Спизди очередную эмблему, блядь, да закрой рот, нахуй, сиди молча, блядь. Я зашёл на этот канал, ебать, со мной разговаривает только Саксум, блядь, понимаешь? Один попытался поразговаривать, и я вспомнил то, что он мне, блядь, в ПМ писал, нахуй, хопаешь, и кучку не открывает. Мы тебя тут держим, просто орём с тебя, и всё, я стримапаю, сейчас тебя же фанаты рунатывают. Кого ты орёшь, ору я, блядь, с хераура носа. Иди посмотри мои мувики, и, может, заберёшь второй раз. Какие мувики, долбоёб, ебать, свои мувики видел, нет? Конечно. Иди пересмотри их, ебать, пророгнись, нахуй. Лучше посмотреть, как Саксу маленький. Тип, ебать, на 20 ПТС перелил, и заходит пиздец. 20, это вообще ты был в начале, долбоёб. Скинь свою стату полностью, скинь винрайт, долбоёб. Какой стату? Ты что, долбоёб, блядь? Не нравится мне. Не позорься, блядь. Просто щёлкай пальчиками, нахуй, блядь, там, понимаешь? Щёлкай пальчиками, и на мне хераура, понимаешь? Там винрайт чисто, я хз, наверное, 50, просто все бои отходил. У меня за 40 боёв винрайт 90, ну сори, забей. Ладно, чекай, нахуй. Ну окей. Готов? Просто... Да, да. Готов? Да, давай, я собрался. Дай мне минутку. Давай, я собрался. Валерьянки, выпей все. А чё пожалуйста не сказал, блядь? Дай мне минуту, пожалуйста, блядь. Сука, да, не воспитывай. Чё-то пожалуйста говорит. Там... Животные какие-то воспитывали. Ты тут зашёл попиариться. Это не мы за твой счёт, а ты за наш пиарик. Поставь новую эмблему. Иди, блядь, слышишь, а рассказывай дальше, как ты мои мувики смотрел, долбоёб. Эмблемку мою новую поставь. Да сейчас, скинь скрин. Не заикайся. Да, сори, занервничал. С таким топом. Хуя разум уйдет. Нет, ты действительно стрёмный чел, блин. Я просто сижу и такой в шоке. Скайп зашёл на стрим, блядь. Да, кто такой скайп? А, это тот чел, что на пропагете его обоссал. Собрал тиму из 5 людей, обоссали его так, всё. До сих пор на форуме говорит, где каждый форум бегает, где квотит. Ну, кстати, в психиатрии есть такая тема, знаете, ну, да. Человек безумец, он уже этого не понимает, он думает, что он абсолютно нормальный человек. Ну да. То есть, да, ты с ним, ну, с ним общаешься, ты смотришь, просто, блядь, беньки свои вывалил, нахуй, смотришь, как он ебанутый, пиздец, думаешь, блядь, лишь бы нахуй он не взялся, нормально, блядь, такой кулище режущийся, блядь, блядь. Нормально. Да, да, хорошо, ты подакиваешь, просто лишь бы, блядь, съебаться, нахуй. Всё, не разговаривай, чел. Всё, чел, ты болен, реально болен, иди башку свою проверь. А при чём тут Олимпиад Стат? Блядь, ты сливаешься, ты мне сказал Олимпиад Стат скинешь, у тебя там за 100 боёв... Ты что, долбоёб? Блядь, ты мне сказал только что нахуй про 90% винрейт, сейчас я долистаю чат, ёпта, макну тебе, блядь, говно. Ёпт. А ты процент вычитать умеешь вообще? Конечно, давай, умею. Ну давай, давай. Покажи, докажи. Зашёл на конфу сюда, к нам, сидели нормально, зашёл, обоссался с линусом, линусом на себя, мы сидим, орём всей конфой на стриме. Да я слышу, как ты орёшь, долбоёб, блядь. Парни, это чел, ебать, это чел, это друг, ебать, экспоинта. О чем можно дальше говорить? Ну да, это все. Его круг общения это экспоинт, ебать. Я не удивлюсь, если там молоку, ебать, еще отдыхает у вас конфи. На созвоне он с ним КД. Экспоинт, ебать, парни. Фу. А кто это? Так, ого.
Это собирание. Да лучше не знать, поверь. Пацаны. Так, высчитываем процент, ёпта, блядь. Очень сложно, по-моему, да? А что ты скидываешь? А, точно, 90% точно, блядь, сори, блядь. Походу я, блядь, пивка перебрал, блядь. Неправильно посчитал, извините. Ты что-то левое скидываешь, давай я тебе что-то другое скину. Ты че, мне что, за скринить надо или что, блядь? На приходской, ебать, ты считать еще не научился. Блядь, скринчик можно, нет, сэр? Вот, пожалуйста, вычисляй. 37 на 11 сколько? Вычисляем, да. Давай, пойди, блядь. Ну хорошо, 80 с копейками. Ну и че дальше? Ну ты так подождите, вы можете представить, какой чел фанат? Пацаны, он бегает на твинках за мной по городу. Что это за ссылка? Что я бегаю? Ты что, долбоёб, ты это в Дискорде пишешь, какие твинки? Я представляю, вот это новый мойк у тебя выходит. Он садится, вот так офига себя заваривает. Берет ручку, берет блокнотик, вот это как, знаешь, ставит скорость 0.25, вот это и записывает каждый свой мув, ебай. Потом разбирает, потом. Какую дату скидываешь? Ты что, вообще ебанутый, блядь? Так там же написано дата, ты что, слепой, блядь? Ты скидываешь эту статуту? Ты что, слепой, блядь? Вот тебе конец периода. Неужели ты слепой, нахуй, блядь? Конец периода стата, о чем ты говоришь вообще? Я не понимаю, ты шизик ебаный, я тебе говорю. Ты устройся, нахуй. Тебя как в армию взяли, объясни, блядь. Все нормально было. Понимаешь? Ну ты после армии какой-то. Слушай, ну тут нормально было. Ну серьезно, нахуй ты заходишь вообще? Изи. Чисто мусор, ебать. Ты че вообще ебало открываешь? Да ладно, парни, по секрету скажу, я вызвал его на ковер, ебать. А, это он зашел, ебать. Да вызвал его на ковер, говорю, зайди, ебать, он тебя обоссым, нахуй, три ствола, ебать. Он такой, о, как мне это сказать? Короче, а короче, он не поверил. Ебать, сам на себя нассал, ебать. Совер, кого ты там кинул? Тебя пиарят на весь сервер. А, да, кстати, ты меня за скам обвинял, чел. Здорово. Я с камеры ебать ку. Не понял, ты кому? Скамлю всех. Скамлю. Так а ты кому говоришь вообще? Скамлю все, забей. А, ну ладно. Всех. А, это ты пишешь этот матрис или что? Не-не-не. А что ты думаешь по поводу скайпа, объясни? Знаешь его вообще? Что на нем говоришь? Кто я? Ну вот этот скайп, да. Кто? Как ты думаешь? Я его фанат, ты че? А, я понял. Не, ну я тоже, в принципе. Ну, прикольный чел довольно. Это вот про эти вот замедлением, там записываю его мувики, да, это вот про меня. А я понял, короче, меня всю неделю чекают на онлайн какие-то рандомные ПМ-сообщения, кстати. Скайп, это ты был? Бля, я в ахуе какой был, вообще ёбнутый, блядь, прикиньте. Такой чисто фанат, ебать, я тебе говорю. Он говорит, что я его фанат, он бегает за мной по всем серверам, вот это что-то пытается постоянно привлекать внимание. Так, а короче, ренейм, ебать, с символами, о, через доллары. Ты еще разговариваешь с Саксом? У него шифта нет на панели, блядь. Я уже пошел с Найдра, на каждом форуме. И ты уже подразверил, блядь, его. А Сунайчика подразверил, блядь, нормально все? Понял тебя. Правильно сделал. Хочешь об этом поговорить? Да все, чел, завали. Не, давай поговорим, ебать, я тебя размотаю просто по факту. Ну давай поговорим. Или ты можешь подсказать, ебать, и в будку обратно залезть. Давай, чел, давай поговорим. У тебя есть факты, ебать? Сейчас что-то, блядь, по факту скажешь? У тебя есть факты, ебать? Ты несешь эту хуйню? Так, стоп, то есть, когда я у тебя спрашивал хоть один факт, ебать, ты что-то нихуя нет, правильно? Ты ничего не спрашиваешь, ты говоришь, что... Стоп, ты что, долбоёб? Ты что, долбоёб, нахуй? Ты долбоёб. Я тебе сейчас чёткий вопрос задал, блядь. Ответь, да, либо нет, ебать. Не надо быть, блядь, лучником с хиролуком, ебать, чтобы не дать стрелки, нахуй. Просто ответь на вопрос, блядь. Закрой ебало, нахуй, пол. Ответь не на вопрос, ебать. Ответь на вопрос, долбоёб. Ответь ты мне на вопрос, нахуй. Слушай, хиролук. Сюда, ебать. Ты сырок или нахуй хав, блядь? Я арбалист. Арбалист или нахуй болты метает, ёпта, а ты... Чё, ебанутый, можешь не преобразовывать, блядь. Ответь нахуй на вопрос, блядь. Почему ты, блядь, просто на элементарно нахуй ответить не можешь? Ты пидорас или педофил, ебать, ответь мне. Ты опять стрелу метаешь, клоун, блядь. Долбоёб, ты ответишь, нет? Чел, ебать. Ответь на вопрос, блядь. Чел, ебать. Ответь на вопрос. Все, что ты можешь, это чел, ебать. Спиза никакой... Ты можешь, ебать, драйвер, если я драйвер, сынок, я не знаю. Ну ты просто высираешь. Что там знать, ебать, блядь? Бля, свистнули, нахуй ты прибежал, блядь, помог, нахуй, посидел вот это, блядь, подраверил тебя, потом нахуй послали. Чё тут знать, блядь?
Что тут знать, ответь. Что тут знать? А я не играю больше, что-то заебал, ёпта, блядь. Нахуй послали. Не, давай, давай это обсудим, да, давай. Да. Я тебя по факту размотаю. Подроверил, нахуй. Где я дроверил? Давай по фактам, где он дроверил, блядь? Бьё? Нахуй ты за него вообще говоришь? Мы стартовали, я... Секретарь или секретур, блядь? Да ты молчишь, просто пауза. Стартовал я, а Сунай неделю не играл на сорт. Ну, просто, блядь, я играл сам на 40 раз. Поэтому был... провелил его, как бы, понимаешь? Слушай, его, блядь. Чара, блядь. Слушай, животное. Чар чей, блядь? Играли в чар две чей. Смены. Мы играли в две чар смены. Чей, блядь. Больной, нахуй? Почему я, блядь, 4 раза уже повторил? КПшный, блядь. Чар чей, блядь. КПшный, дынь. Дынь. Долбоёб, блядь. Погачал. Привычно, нахуй? Сунай, ёпта, блядь. Сунай зашёл по... Даун. Это не чара, Сунай, блядь. И ФС Роу тоже, блядь, сейчас... Нахуй, тебя послали нахуй с этой пати, блядь. Ты просто прямым текстом послали, блядь. Ты подроверил, ёпта, всё, молодец, всё, съебался нахуй. Сейчас я тебе предлагаю слово, блядь, драйвера, драйвера коня, ёпта, всё. Не-не, чел, ты это тоже сам придумал. Я поиграл в две недели и ливнул. А потом играл только на ФС, блядь. Али, мне позвонили. Как на X... Давай дыньку наберём, ебать, я тебя попустят. Говорю, на скраде меня набери, долбоёб. Очередную вот партию. Вот и все, нахуй. Так звони, долбоёб, ты что, клоун, блядь? Звони, ебать, прям сейчас, нахуй, звони. Он скажет сейчас, нахуй, на весь стрим, что он тебя нахуй послал, ебать, и все, это все закончится. Дынька, меня? Сложно. Меня, ебать? Ты, ебать, ну, бади клоун, блядь, не забывайся. Это больной человек. Так, фанатики, фанатики на разумовском языке. Блять, низкий поклон, блять, ноги нахуй. Блять, хуя своих. Так, в натуре, я такой фанат, что ты за мной на форуме берешь из дебил. Что он повторит, блять? Я говорю, я такой фанат, что ты за мной на форуме, пока ты бегаешь, чтобы постоянно лапаешь мои. Я за тобой на форуме бегаю? Конечно, блять. Ты че? Тебе, блять, снятся сны или что, блять? Я какую-то тему создаю, ты там кто-то как тут сразу, блять, привлекаешь внимание. Сейчас один. Какой у меня ник? Ну, я понял, я больше не разговариваю, не разговариваю. Вот, сейчас прыгает, блядь, сюда в войс, привлекает внимание. Но я тебе на стриме показал, все нормально, все тебя видели, все съебись. Так, все увидят на стриме, блядь, скажут, ха, ебать, как изи нахуй разъебал. Клоун ты, блядь. Ребята, а вы в курсе вообще, что вот вас всех, вот тут вот сколько вас, 9 человек, да, вас никто нахуй не знает. Кто вы такие, ебать? Ты сейчас задал вопрос, чел, блядь, с тремя семерками в нике? Может, извиняюсь, ты уступишь нам диалог? Тень осуная. Слово тень осуная. Можешь говорить, чел. Разрешаю тебе, чел. Ну, говорите, кто там. Псина осуная, ебать, тебе слово дали, блядь. Понял тебя, блядь. Че ты грубишь? Бля, жестко тут, конечно, у вас, ах. Ладно, меня никто не знает, я пойду, пожалуйста. Чё, блядь, недавно, нахуй, просил релоки, ебать, на Олимпе. Теперь, блядь, перезывают псину. Бля, чё, ты, ебать, на адреналин. Ты, гад. Гадина. Кида, блядь. Передай им хуйсосу на скайпе или привет, блядь. Передай им, блядь, привет, пидорас. Скрипи, пожалуйста. Чел, всё, не могу съебать. Так разговор ни о чём, ебать. Ниже осуна, ебать, всё, блядь. Не стоит разговаривать. Тебя кикнули, Сакс, получается? Да? Ты не от этого напиздел, да? Да, вот это дынька кикнул, сказал, блядь, да все. Подрайверил, один нахуй. Осуная чисто, блядь. Ну ничего, брат, осуная как бы поднялся, блядь, можно проверить его, да. Не, ну скальпель на уровне остался, я понял. Жесткий. Если осуная на уровне остался, то где же, блядь, Сакс? Не слышно его. Так, парни, блядь, даже не играйте на серваках, потому что, блядь, скальпель вас макнет. Да чел, все, успокойся, ебать, у него не горло. Я бы не поиграл, бы, ебать, скальпель ты думаешь. Личка, блядь, сполоснись, нахуй, блядь, под холодным душком, постой, ебать, подумай. Подумай себе. Че бы еще сказать? Как ты реально твою тупоголовую бошку, ебать, о, какая о, ты мне 5 минут назад парил, блядь, про мораль, долбоёб. 5 минут прошло, блядь. Просто как это так? 5 минут. И ты мне уже впаришь, блядь, про разбитую бошку там какую-то, блядь.
все же ты не ответил мне на вопрос, бля, долбоёб ты или нет. Не обязательно основная в скайпе писать, ебать, чтоб ты мне... Надо согласовать. Согласовать, да, у нас? Да. Сейчас займу, блядь. На подпись, потом тебе отвечу. Понял. Нотариусом будет, или что? Смотри, ты... На одной из печать и... поставит, блядь, и, всё, блядь, будет. Шо, говори. Я говорю, смотри, нахуй, мать разбудишь, блядь, она тебе ебало разобьёт. Ну да, твоего будить опасно. Да. ДЦПшник ебаный, блядь. Чё, тебе скидывают эмблемку, нахуй, нахуй? Вот смотрите, чел такой агрессивный. Как вы считаете, его прессовали в армии или нет? Почему он такой агрессивный, вы можете мне сказать? Ну, несостоявшаяся жизнь. Трудное детство. Ну, почему? Что он пытается доказать? Вот реально, чел заходит, ебать, из его вонючего рта, ебать, просто один негатив льется. Ты расстроился из-за этого? Заходит просто, не здравствуйте, блядь. Общается не на вы, нахуй. Ты же написок обычный, блядь, гадина. Чел. Я зашел в Discord, короче. Чел ты, ебать. Меня нахуй сразу вот такая хуйня. Покидайте объявки. Дженниус, покидай объявки в шау, слышишь? На стрим. Спасибо. Все должны узнать Сашу с Карпеля. Чел. Я зашел вот этого Discord, блядь, и вот это первое, что я увидел, блядь. Карпеля так все знают. Ты меня, блядь, сейчас говоришь про какой-то негатив, блядь. Это первое, что я увидел. По факту его написал. Я случайно тупо зашел в Discord. Тупо случайно, да, рандомно. Ну, прошлую субботу, блядь, так давно было уже. Это же не сегодня было. Сегодня новый день, новая жизнь, блядь. Почему? Я не знаю, почему она пишет прошлую, блядь. Это ваш ебучий дискорд, блядь, вонючий. Так расскажи еще что-то про негатив, блядь. Все, заройся в могилу. Про мораль, блядь, говорить еще. А потом он собрался с силами. Чел, ебать, сколько тебе лет нужно, чтобы ты научился играть на уровне в эту игру? На чем сколько уровне? Тебе дать времени? На чьем уровне? Сколько тебе дать на времени? На чьем уровне? Сколько тебе дать времени, чтобы ты научился играть? Стоп, подожди, блядь. Ты только что говорил про уровень, блядь. На чьем уровне надо научиться? Я тебе говорю... Я умею играть. Не, ну чел, ты себя переоцениваешь. По сравнению с кем? С любым в этой конфе. Ну, не считая, блядь, этого, суверена. Не считая кого? Суверена. Дальше. Все? Все, да? Чел, ебать, да. Так вот, блядь, а где Хилаура на сроке? Да ебать, он теперь гордится будет. Стоп, подожди, подожди. Ты болен, реально, если ты реально... Стоп, подожди, а где... Стоп, ты мне говоришь про уровень. Чел чисто меня... зашел, создал сыра, чтоб меня махнуть. А ты будешь меня в хиру шаут пиарить, кстати, говоришь, что у меня хиру забрал? Не суть, пиар. Кому ты нахуй нужен, блядь? Да ладно, ты ради меня на эту парфу махнулся, алло. Я тебя вдохновил на эту группу, дурак. Я тебе могу скинуть очередную эмблему своего клана, блядь. Да, поставишь ее себе, блядь, на сайте, нахуй, выставишь. Ой, блядь, он мой сайт. Можешь... Пушка-то, да? Пожалуйста. А что, ты мой сайт чекаешь нормально там? Подписано? Нет. Че? Один раз его видел на форме суд. Нормальный сайт, да, я постарался. Когда ты врывался, обещал там все ауры забрать, в итоге, блин, все не получилось. В следующий раз, как говорится, на другом сервере, как бы. Да что на другом, через неделю забрать, тоже другом. Да. Чисто тип зашел, блядь. Да. Мне не интересно твои оправдания, я вообще не люблю, когда люди оправдываются, поэтому, сори, завали ебан. Ну ладно. Так, алло, Саксум, ёпта, на чем уровне-то играть? Нет. На чем уровне играть? Ну хотя бы... ладно. На таком уровне, чтобы было не стыдно, блядь, за себя. Кому не стыдно? Кому не стыдно, блядь? Да нахуй ты спротектишь своего хуйсоса клоуна ебаного, блядь? Завали ебучку, нахуй. Кому не было стыдно? Саксум. Если тебе не стыдно, то мне стыдно, ебать, что я раньше с тобой общался и этот увидел твою игру, блядь, сегодня. Так, бро, ты ж меня проигрываешь, кот на кот. Скайп, переиграешь ты, а стыдно нам, понимаешь? Лучше к нам не стыдно. Бля, ты бучи, блядь, долбоёб. Прыгну сюда в конфу, нас повесили. Блядь, смотри, блядь, Рилли, мать же встанет, нахуй, лещей надаёт, долбоёб, с двух рук. Так, на секундочку, короче, проебал как-то один раз этому дауну.
За что, бля, несколько анчеров подряд, нахуй, за что, ебать? Я не слышу, блядь. И он это... Почему ты мне лузаешь кот на кот, когда я первый раз в жизни захожу на эту профессию? Ебать, научите его откручивать войс просто. Почему ты мне лузаешь, блядь, моему паладину, ебать, когда я тоже первый раз в жизни захожу на эту профессию? Мы можем прямо сейчас, смотри, 2 часа ночи. Все, ебать. 2 часа ночи. Чекай, 2 часа ночи. Я тебе сейчас даю готового, одетого ММа на скраде X1000, блядь. И сам тоже захожу на такого же ММа. Ага. Мы идем с тобой Best of 11 летаем. Сколько? Нет, да? Ну, молчал, блядь. Ну все, как бы, блядь. Нет, блядь. Я, мне кажется, мог риску, ебать, что-то доказывает, нахуй. Я тебя услышал. Я тебя знаю, ебать, не первый год. Блядь, тебя не знаю, блядь. Ты просто ниже мусор. Я тебя услышал, чел. Ты только что слился просто с Best of 11. Твой максимум, это забрать сыра, ебать. Доказать, что ты хочешь. 100 ПТС нафармить, ебать. Это твой максимум, чел. Подожди, кто-то говорил, что он не любит, чтобы кто-то доказывал. Он сейчас говорит, надо что-то доказывать. Оправдываться. Оправдание и доказывание это разные вещи. За то, что приходится пояснять. Я, по-моему, в вашей конфе всем уже все доказал. Кому-то что-то Гошка, сказал, блядь, чтобы было как с экспоинтом, ебать, что-то который рвался, ебать. Или как было с Адасом. Отдали, нет? Или как было с Адасом. А что было с Адасом? Ну, с Адасом тоже в нашей конфе учил. Садос, ты как бы заглот делаешь стабильный, блядь. Заглот? Естественно. Если ты это как-то по-другому называешь, то сори. Да нет, чел, ебать. Мы как с ним летали. На уровне с Адасом, тогда будешь говорить, хорошо. Если я вот тебе могу как бы сказать, на каком уровне тебе надо играть. Вот. На уровне. Так ты спроси у него, так, мы летали. Зачем я ему спрашиваю, блядь? Я ему напишу, так, блядь, он мне скажет, дай его ебу, блядь, 20-0. Ты не обладаешь информацией, хуйню, ебать. Ты просто, блядь, сейчас придумал и быстро. Только мы с тобой вдвоем знаем, как бы, то, что ты его сосешь, блядь, член, блядь, просто без шансов, как бы. Да нет, чел, ебать. Ну, я тебя слышал, блядь. Че за садость-то, блядь, микро купил, нет? Да. Да ладно. Все, хорош, что ты не разговариваешь. Да ладно, хуя, ну-ка и ну он только ВКонтакте разговаривает. Ладно, подожди, я почитаю. А в Мамбл заходит и Барри молчит, сука. Послушал бы я садост. Ну, у него няшный голос. Все, ты уже не интересен, ебать, ты повеселил нас? Так ты не интересен был, блядь, еще 3 года назад, долбоёб. Мне приходилось с тобой общаться, блядь. Так ты приходилось, да? Да. Давай, сука. Я вот это релоги тебе делал, да? Ну, естественно, я тебя юзал, блядь, как собаку свистнул, ты релогнул. Самое интересное, что я ему не релогал практически. Свистнул, ты релогнул. Когда там речь о деньгах шла, блядь, он просто ныл, ебать. 70 ПТС некр, ебать. Оп, релог, ёпта, блядь. Релог, блядь. 70 ПТС он был на вере. Вот. Да, заливал его их потом с Адесом его, блядь, серьезно просил. Все, сука, да, хорош, хватит. Сколько там рублей хватит, давали? Хватит. Как ты там унижался, напомни. Я унижался? Ну да. Да, блядь, вся твоя жизнь, это унижение. Меня, ебать, чел, ты же понимаешь, вот ты сейчас пиздишь, ебать, и не веришь в это. Ты же понимаешь, что ты ноль, блядь, полнейший ноль. Ты, сука, свою жизнь положил на эту игру, ебать. И ты в итоге ноль, ебать, чел. У тебя нет ни единого профлинка, но ты зачем-то продолжаешь. Ты положил свою жизнь на эту игру, ебать, и в итоге ты ноль, ебать. Да, это печально. По сравнению с кем? Ты ноль, ебать, в этой игре, чел. Кому звонить? Ты просто, ты никак не резонишь в этой игре. Кем? Ты просто, блядь, клоун, нахуй. До любого, каждого, блядь. Пытаешься говорить по факту, но ничего не... Знает, ебать, спроси, скажи, можешь объяснить даун. Мне это? Просто ты даун. Я все, понял. Чел, ебать. Я тебя понял. Это твой кап и все, да? Все, что ты можешь сказать? Да хватит на себя ссать, выходи. Попроси скриптиков лучше, блядь, в ПМ. Проси, блядь, денег. Так сказать, по-братски, чисто. По-братски, чисто. Проси денег на ключ. Проси релог. На ключ, если я могу тебе... Проси релог, блядь, надо заплатить нахуй за коммуналку. Вообще-то он на 1xbet ставки делает, там бабла у него, ты шо там, поднимается. Подписывайся, кстати, да. Да, у него рефералочка, я тебе на меня подписать хотел, кстати. Скальпер, ты где там, на бинарных опционах играешь или где вообще? Нахуя. А, о, вот это я думаю, ты да, мастер. Так жестко.
Ну, чисто дурачка с крайдовского потушили, блядь. Все, надо свободен, блядь. Ебать. Да не утешайся, ежедневные задания, нахуй, не утешай. Не утешай. У тебя будет еще шанс, когда велики суна, ебать, на вере. И, блядь, качни нахуй твина, ебать, там проценты слились, бедняка. Цветы банки закончили. Да. Там 300 рублей сейчас горят. Продай хераура, ебать, скрайм. 300 рублей горят, ебать, слышишь, чел? Хераура на экспертанс продай. Или не продашь уже? Чё? Хераура на экскладе X15 продашь? Чё он несёт? Скайп, ты уже вообще в горячку? Чё, блядь, ты сидишь чисто в этой конфе, я вообще не понимаю, как ты, блядь, сюда попал, нахуй. Ты просто саксом проебал, блядь, свою вот это, блядь. Хуй знает, сюда хуйню, блядь, сюда что, нахуй, что нахуй. Вообще, скажу, я запустил сюда чисто, блядь, тупых шкур, ебать, блядь. Тебя, нахуй, и Савеленко, блядь. Вы два ебучих клоуна, блядь, которые, блядь, вот это сидели на ПВП-гейте, блядь, орали. Да, блядь, пацаны, нахуй, мы, блядь, скирмиш-челы, блядь. Мы скирмиш-челы, блядь. Зашли, нахуй, на канал в Дискорде, блядь. Ни один даун, блядь, со скирмиша, нахуй, не признал вас, блядь. Ну как так, нахуй? А теперь ты сидишь тут просто из-за того, что ты тут остался, блядь. Честно, захватили канал бедного, блядь, никчемного Саксона, блядь. Сидите, хуесосите его в чате, блядь. Фу, нахуй, я даже не знаю, кого больше из вас, блядь, хейтить, нахуй, блядь. А что ты вообще все хейтишь? Что, блядь, что один дерьмо, что другое дерьмо, блядь, я не понимаю, нахуй, с кем я вообще разговариваю. Кто вы, блядь? Я не понимаю, кто. Саксум, напомни, кто ты, блядь? Не, ну ты сюда зашел вообще привлечь. Саксум, я не слышу, блядь. Я, блядь, задаю вопрос. Кто, блядь, спрашивает? Не тебе, блядь. Это тот чел, который за столько лет так и не научился играть. Да, да, да. Вот этот чел спрашивает, кто ты. У тебя уровень 2015 года. Алло, чем, блядь, карьерист, нахуй, ебаный, блядь. В чем твоя карьера в ней заключается, блядь? Что ты пытаешься доказать? Я заходишь, не пытаюсь, думайся. Ты вдумайся, просто, блядь. Ты мне сейчас назад то же самое делаешь. Чел, ты заходишь? Ты заходишь в конфу, ебать, тратишь свое время. А что ты пытаешься доказать? Чтобы что, ебать? Макнуть Разумовского за сырка, ебать. Напомни мне просто, блядь, я забыл, нахуй, кто ты такой? Напомни мне, кто ты такой, блядь? Да ты не слышишь, блядь, когда я разговариваю, блядь. Когда я нажму кнопку, тогда, блядь, у тебя будет, нахуй, 10 секунд, чтобы, блядь, высказаться. Пошло, блядь, время, нахуй. Типа это рофл, да? Блядь. Ну, блядь, не заикайся, чмо, ёпта, иди, блядь, спать уже. Почему ты не можешь ответить ни на один вопрос, не понимаю, блядь. Ну что ты животное, я тебе пытаюсь что-то сказать, ебать, ты меня перебиваешь, ебать, потом говоришь, что я тебе задал вопрос. Ты со мной разговариваешь, когда я не понимаю. Тебе не слышно, когда я что говорю, ты мне пытаешься, блядь, сказать? Я говорю, ты молчишь. Нет, это так не работает, это работает только в твою сторону, понимаешь? Я стою выше, блядь. Если я разговариваю, если у меня зажата кнопка, то все, блядь, понимаешь? Ты ждешь, ожидаешь, блядь. Вот я отжал, блядь, у тебя ровно, блядь, 5 секунд, нахуй, чтобы что сказать. Мойся, блядь, вытри, блядь, экран, блядь, клоун. Это твой максимум, блядь, плевать, нахуй, себе в экран. Твой максимум, это, блядь, 100 ПТС на сырке, блядь. Или 350, блядь, ну? Твой максимум, это 100 ПТС на сырке, блядь. Или 350. Трафик 100, блядь. Или 350. Всё. Твой максимум. Блядь, ну если бы у меня было бы 100, то, получается, Разумовский хиро завтра будет, да? Это твой чел. Наверное, да. Максимум, ты за полтос, ебать, вылезти с 70 боев, ебать, на верке, чтобы все остальное, блядь. Я на прошлой верке, блядь, 12 героев забрал, просто стартанул без доната. Где, на ОБТ? Да. А вера, я, к сожалению, не дожил до первых хаур. Что ты понимал? Если ты просто не в курсе, я понимаю, что ты не в курсе, потому что, блядь, сын нахуй ПВП-гейта, блядь. Не, я понял. Ну, конечно, она не дожила, если ты в следующий раз более, блядь, информацию узнавать точно. Если ты 12 алло, парни, там АБТ стартует на Аверке, давайте готовимся, за неделю готов к подготовке, ебать. Какая подготовка? Зашел на стакоса, вышел, блядь. По 1000 платят. Пиздец, Садес, ты пойдешь? Пожалуйста, пошли. Садес, пошли, мне на некогда. Садес, мне на пожалуйста. Вот этот чел услышал что-то и захавал уже, сидит вот тут уже повторяет, блядь. Он твой хозяин или что, блядь? Да, не просто. Да? Ну просто смотри, я, блядь, в следующий раз попрошу профлинк, ебать, ты, блядь, закроешь ебало, понимаешь? Да. Нахуй мне тебе вообще что-то говорить? Ты в этой игре хоть сам что-нибудь сделал? Забрал хотя бы одно геройство, ебать? Алло, чел, ебать. Играет 3 года, нахуй. Так, вы друг друга не перебивайте для начала. Говори, помоешь. Это сейчас не мне было. Это мне было. Или все-таки Разумовского?
Решите, кто из вас помощник. Можно я буду? Нет, ты извинись. Я там кто-то удар хотел принять на себя. Громат вот чисто. Будете решать, нет? Ну шо, Скайп, у меня к тебе вопрос. Да, Скайп, блядь, откуда в тебе? Не, подожди, Маус. Расскажи мне, почему ты за 10 лет игры на ММ мышкой нажимаешь скиллы? Потому что у меня, наверное, АПМ 800. Чуть-чуть сейчас? Загуглю, что такое АПМ, потом поговорим. То есть, подожди, то есть ты сейчас просто ГПМ? Причём тут ГПМ, долбоёб, не могли. ГПМ, да. ГПМ, челик с доты пришёл, каже, у меня ГПМ, каже, в линейке 800. Нихуя себе ты качнулся, ебать. Ебать, долбоёб, ебать. Ты ГПМ или РПМ, ебать, ну-ка. Или РПМ. Или ГПМ. Или XPM. Или BPM. Чисто чел не может ответить. Ты послушай свой стрим, ебать, прислушай. Я что, тебе буду повторять, ебать? Да, блядь, ты не ответил. Я тебе ответил. Мне, блядь, удобно нахуй нажимать мышкой, потому что я быстро ей нажимаю, понимаешь? Ну, нормально. Задавай. Чел, ты только что, блядь, переключил чат Enter, блядь, на стриме, нахуй. Ты что, долбоёб, нахуй ты со мной разговариваешь? Ну, ты зашёл сюда говорить. Ну, ты, я говорю с тобой. Ну, ты зашёл сюда вообще ко мне. Можешь задавать следующий вопрос. Фанат, ебать. Да, вроде, да. Реально, ты к нам зашёл на ковёр, ебать. Да, ты зашёл сюда чисто ко мне. Чел, я зашел в Дискорд, смотрю, блядь, полный на канале. Зашел нахуй, блядь, завалили паники, блядь. Один вообще спать ушел. Да подожди, закрой. Только что проснулся, блядь, выслал что-то про меня. Ты пойдешь потом в Hero Shout писать, что ты у меня Hero забрал? Ты нахуй Hero Shout, я не играю в эту игру ебаную. А, то есть это не ты у меня Hero забрал? IQ хуже, чем у Голби, да? Ниже? Хуже. Ну так ты же въебываешься, что ты Hero. Парни, IQ хуже. Алло. Ладно. Парни, IQ ниже положенного, ебать. Ну короче, да, ясно все с тобой. Ничего не поменялось. Следующий вопрос будет? Нет. А что тебе сказать? Я задал вопрос. Откуда в тебе задание? Самое забавное, короче, чел, ну. Не учил. Думаешь, ты больше всех говоришь. Слушаем высер. Ты больше всех говоришь и постоянно задаешь вопросы. Ты думаешь, типа, ты этим овнишь, но? Просто с тобой уже, ну, с собой не о чем разговаривать. Ты просто не понимаешь, ты не осознаешь, какой ты ёбнутый, блядь. У тебя в башке нахуй пыль, ебать. Кто отвечает на это грустно, чел. Понимаешь? Мне, ну, ли, раньше можно, вот в 2015 году можно было так потратить. Или в 16-м. В 2019-м так общаться. Так просто, стой, слушай, ты меня только что... Блядь, я не понимаю, что с тобой будет грел, ебать. Ты 10 минут назад? Понимаешь, ладно, это уже 20, игра... наверное. Это игре 20 минут назад ты начинал полнейшую дичь про разбитую голову, там, батарею, всю хуйню, ебать. Потом ты мне 5 минут назад нахуй зачитал, блядь, уже... Я просто полагал, то, блядь, что могло случиться, блядь, типа, в 2015 году, блядь. Так, типа, можно не было бы... Не животное, блядь, типа, слушай, сюда, ебать. Подошло время к фактам, ебать, ты завалил свои ебало. Что ты, ебать, ты мне перебиваешься, блядь, блядь, что ты делаешь? Чел, может, ты все-таки не Саксон, а селфонет, ну? Еще раз. Ты селфонет или Саксон? Тяжело, ты чел, ебать, я думаю, тебе тяжело, реал. Я понял. Как ты будешь, то есть, блядь? Ты, короче, противоречишь сам себе. Правильно? Или неправильно, блядь? Погоди, я думаю, неправильно сказать. Ты обдумываешь свои ответы, я, блядь, по 2 минуты, нахуй. Ты не думаешь своей башкой, ебать, когда ты говоришь. Ты просто выдаешь, блядь, бессмысленную информацию. Например? Да все, что ты сказал, блядь, ебать. Все, больше не разговаривай, блядь. Нахуй ты со мной тогда разговариваешь? Я тебе уже третий раз этого разу. Я с тобой не разговариваю, ебать. Ты мне постоянно хуйню несешь, долбоёб, ебать. Я пытаюсь тебя одну простую мысль, ебать. Даже прямо сейчас пытаешься со мной разговаривать. Прямо сейчас разговариваешь? Зачем ты тут сидишь? Выйди нахуй отсюда. Я хочу, это мой, блядь, Дискорд. Я хочу, это ебать, мой Дискорд. Да? Все, это не твое, не твоя тема. У тебя, мне кажется, дефицит внимания в реале. Ещё и низкая самооценка стопудово. Бля, и вот это чисто, блядь, голубь ебаный сидит, нахуй, подклёвывает, блядь, забатит. Хз, ебать горит, я ору, я вообще в шоке. Да чё мне, блядь, не смешно у тебя, долбоёб. Ты заходишь каждый раз постоянно, блядь, ко мне внимание приходит. Да, скажу, блядь. На каждом стриме заходил, я тебя на ГВГ, помнишь? Ты меня хоть раз на стриме видел в своём котлом. Конечно, ты. А в чём всё? Чё смешного? Смотрите, пацаны. Ты два года подряд говорил, блядь, FN-братишка, Саксон-братишка, блядь, тыры-пыры, а теперь такую хуйню проносишь.
Так ты мне пишешь, блядь, хуйню везде. Ты что, дам? Тебе не писал 2 года, блядь. Я решил поздороваться на стриме, ебать. Ты какую-то хуйню пронес, блядь. И забанил меня в итоге. Я тебе говорил на стриме, блядь, не в Дискорде. Нахуй ты попипастишь, блядь, животное. Я тебе говорю то, что как было, блядь, и как есть. Фу, зачем ты это делаешь? Ты болен? Я тебе сам сойер дам сейчас точёный сейф. Ну вообще-то он болен. Чела реально было жалко, нахуй. Сидел, блядь, ну, если ты сейчас реально говоришь, что ты сидел, просто подсасывал, юзал меня, блядь. Это, блядь. Чел, он просто сидит со мной, ебать, братишка, он говорит, бля, братишка, ебать ты ебашит, давай, FN, братишка, давайте пока меньше, ебать. Ну, чисто, походился на... Послушай, не перебивай. Как раз вот Саверин, кстати, на канале, блядь, и вот ты, да, на канале, если ты не забыл, то ты меня умолял на коленях задодосить чела на СБ. Не припоминаешь? На коленях умолял? Да, умолял, ебать. Не, чел. Вот так было, да? И что-то, ты утрируешь. ПМ вот эти, блядь. Часа, блядь, скайпер включи на дос, пожалуйста. СБ. Не было, да, такого? СБ. Я не помню, как он летал, честно, но я помню... То есть ты уже не помнишь? Я помню то, что у него мейн СБ. Там был какой-то разбор, там мы порофлили, там дедосили бобра и еще кого-то. Я тебе говорил, давай, давай, давай. А, точно, еще был, ебать. Еще и бобра, мне вот это умолял, блядь. Я подожжусь его, нахуй. Чел, ебать, я тебе говорил, давай порофлили его за дедосим, ебать. Ты мне звонил? Звонил ты мне, ебать. Че, давай дедоси, давай дедоси. Короче, свои потерял, ебать, грязные, нахуй. Советики вот это по додосу спрашивают. По рофлу попросить, ебать? Давай раз, блядь, давай, давай задосим этого чела? Кого? Советы. И умолять слезно, ебать, на коленях. Ответь на вопрос просто. Ответь на вопрос. Короче, чел, ебать, еще в 2016 году был жалкий, блядь. Советики, нахуй, через какой порт додосим, блядь. Был жалкий, нахуй. Алло, чел просто по КД заливал, скажи, ебать. Скажи, блядь, на какой порт, блядь, ебать, по КД его заливал, ебать. Чел просто постоянно спрашивал Регу, никогда, не, ну, никогда не хотел со мной драться, ебать. Мистер, блядь, по фактам, нахуй. По факту. Мистер, блядь, так что, через какой пост ты додосишь? Мистер высосал из пальца, блядь. Через какой порт додосишь? Услышал, ебать, экспоинт подтвердил, ебать. Через какой порт рассказывать, нахуй. Через какой порт ты досишь? Right now, блядь. М? Не слышу что, тебя. Ебать? Я не понимаю, это как-то меня макает? Я не слышу тебя. Просто ответь на вопрос. Через какой порт чат додосишь? Через украинский. Через крымский, блядь. Долбоёб, блядь. Ну чё, Скальпер, чё ещё скажешь? Это что там, блядь? Я просто представил, ну, игра загибается в 2020 году, блядь, просто онлайна здесь не останется. Тебе придется уйти в РЛ, ебать, пойти на работу. Мне просто, мне кажется, тебя общество съест, ебать, тебя просто захуярят, ебать. Просто ебучку свою откроешь, ты же нормально, ты меня не умеешь общаться, ты понимаешь? Если честно. Ну, если, блядь. Мне кажется, у тебя мать просто инвалид, ебать, лежит, нахуй, парализованная, блядь, в подгузнике, нахуй. Ты так, получаешь стоп, бабки за нее на пособие, ебать, тему, поэтому не работаешь, потому ты думаешь, что ты в шоколаде, да? 2015 год уровень, нет? Блядь, поменяй подгузник. Блядь, ты уже за 20 минут, нахуй, уже 4 раза заслуховывался, дырьком. 4, ебать, но это все равно выше, чем у тебя. 10 минут назад было то, что, блядь, как бы, ну, чел, это, блядь, не тот год уже, как бы, 2015 давно прошел, блядь. Мне кажется, у тебя мать инвалид. Да, я просто предположил, может... Да. Можешь проверить мои слова. Я тоже предположил то, что, блядь, в 2001 году, ебать... Можешь проверить мои слова. Делал вертушку, ебать, вот это. Если у тебя есть пруф, если у тебя есть факты, ты можешь доказать обратно. В Инстаграме видел челлендж? Докажи обратно. В Инстаграме. Как чел, короче, стоят, вертухи крутят, ебать, и бутылка плевается. Я тебе не бью хуй, я просто предположил. Я еще добавил то, что мне кажется, понимаешь? Чел, я же не брусь. Я в груди, как ты, нахуй. Я тебе рассказываю, блядь, историю с 2001 года, блядь. Твоя матуха носила тебя в путь. Я прикрыл вертухи, вот этот челлендж, знаешь, с бутылками. Да, потому что вертушку крутишь, короче, открываешь бутылку.
Я крутил вертуху и случайно зарядил ей по пузу, блять, как. Вылетел ты, ебать. Она подбежала, реганула тебя в ебало, блять. После этого тебя прозвали выродком, блять. Сори, как бы, но я просто предполагаю, блять. Понимаю то, что сейчас 2019 год, там, вся хуйня, блять, плюс морали, блять. Ну извини. Больно, нахуй. Понял, точно. Ебать, какой жесткий, я ебать. Там где-то издалека, ебать, с Донбасса, ебать, слышу крик, нахуй, соберем. Да, картавый хуйсос, давай смеши, блядь. Ха-ха-ха, смешняпка, блядь, найду тебя в реале. Не убивай меня, а люди, а то я тебя вычислим. Ты чё? Кто это с тобой говорит вообще? Блядь, это типа я как бы, блядь, сам, блядь, великий скальпель. А, это его голос? Не стоит отвести. Я что-то его голос не поменялся, он что ли? Он тут уже просто, блядь, обоссал, ему понял, не суд, глаза, он что-то же сам. Зы, ну ты скажешь, блин, ему напал, проёбываешь, что ты вообще говоришь? Не, серьёзно, вы, вот вы, это даун северийный, ты скальпель, вот примерно на одном уровне. Ты же ему упал на пал. Это я тебе говорил сразу на старте, как только зашёл в этот дискорд. Не повторяй за мной, пожалуйста. А чё ты, поясни, как ты соверу напал на пал, проёбываешь вообще? Объясни. Можно профлинки увидеть, пожалуйста? Нет. А можно диспруф увидеть? Ну все, соси. Неплохая сортишка. Чисто отсосал. Парни говорят, что тебя в жопу ебали. Можешь как бы диспруфнуть? Я им, конечно, не доверяю, но ебать, все-таки много кто говорит. Ну, ты, ну ты стрелочник, конечно. Это экспоинт сказал, да? Не, он честно не сказал. Стрелку метнул, хуй глотнул, понял? Ну, понял. Все, иди на форум, короче, пиши, слышишь, что ты вообще пришел? Да, редко сижу на форуме. Там, блядь, да, редко сижу, я вижу, как ты редко сидишь. Только когда работаю. Нихуя себе работа прикольно. 3 дня в неделю всего лишь. Охуеть. И что ты, это 3 дня в неделю ты на форуме сидишь, да, можешь себе позволить? Да, в принципе, так и есть. А где работаешь-то? А лучше тебе не знать. Казармы драйв. А то тоже забираешь сюда, это бьюмерство у тебя. Ладно, ладно. Пойду туда устраиваться, успокойся. Да чел, ебать, ты когда в Москву приедешь, ебать, ты потеряешься. Ну сори, такого никогда не будет, ты же, блядь, живешь в деревне, блядь. Ну да. Москва это такой город, хуёвый. Да-да, хуёвый. Да. Ну ладно, ты такой. А что вообще там в Москве делаешь? Ставки на спорт? Кайфую. Ставки на спорт делаешь? Да, подписывайся на мой телеграм-канал. А что ты типа? Бесплатка, как бы, блядь, а приватка уже 3000 рублей, как бы, на карте. Типа да. Сигналы продаешь, да, вот эти? Да, сигналы, фотки твоей мамаши, блядь, тоже. Пиздец, ну модный ты. А скрин можно твоего заработать? Слышишь, шутки про мамку его, а я сразу ору нахуй. Не, он какие-то левые, кстати, скрины с телефона скидывал, типа деньги, сколько у него на счету, понял? Какие? Ну ты в конфу PvPG. Сколько денег я трачу в месяц, что? Ну да, сколько денег ты тратишь, скобочка с гугла первая фотка, ну да. Так, ну давай. О, давай, о, поездим. Даже интересно. Давно не заходил туда. Ты что, будешь от конфу PvPG-то листать? Ну ты больной. Конфу чего? PvPG-то? Или чего? Да хоть и в личку скинуть, если тебя так сильно интересует это. Да не. Ну как интересует? Ты помнишь, что ты такой странный чел, честно? Ну, если тебя интересует, сколько я трачу в месяц, то я тебе могу скинуть. Нет, я просто говорю, что ты странный, типа, какие-то скрины с деньгами. 56 тысяч. Ну, вот это древний. Если интересно. Давай, можешь скинуть сюда, чтобы пацаны посмотрели тоже. Я сомневаюсь, что мне интересно. Ну, блядь, тут вообще-то никому не интересно эти рофлы. Ну, ладно, успокойся. Вот это рофл, ебать, песни делать. Можешь скинуть переписку Джером, где ты просишь скидку, ебать, 30 рублей нахуй на ключ. 30 рублей? У тебя 156 тысяч сход, тебе на ключ нет денег. А же я разве не подумал рекомендацию на Филдвей Секс? Так ты слышишь, что я подзабыл. Ты же говоришь еще, что тебе тысячи. По-моему, не хватило. А, как ты слышал? Саксом, солнышко. А. Рекомендацию на Хелпер тебе давал? Не ты или, блядь, часом нахуй попросил? Нет, не было. Нет, точно? Точно. Ну хорошо. Что там студируешь скайп, да? Да не, что дурачок нахуй. Да я думаю, дурачок. Да?
Тут как бы никто не сомневается в этом. Ну, я понял тебя. Нет, это хорошо, если люди понятливы. Да, это хорошо.